Всем привет! С вами Фуксан. И я продолжаю репортаж со своей фермы. Так, ну понятно, этим я займусь чуть позже. А сейчас схожу в долину. Так, я вот даже не знаю, что мне выбирать потом из призов. И взять разрешение на расширение вместо алмазов. Не знаю, у меня получается как, если я возьму алмазы, ни на что, ни на другое больше не останется. Так, за что здесь дают? Ага. Хлопок, покормить коз. Ну да, веселенькое занятие. Так, у меня какие здесь меньше всего? Угу. Синих и красных, да? И куда нужно доставить? Ну ладно, поехали. Так, я вот поймала курицу. Так, и куда же мне ехать? Что обратно? Вот невезуха, вот непруха. Ну, вот это из этой картинки я не заметила, куда мне нужно было ехать. Понятно, что здесь я уже все отдала. Так, что здесь зеленые с красным, а здесь красные с синим. Наверное, я пойду сюда, все-таки красные с синим мне надо больше. Да, в общем-то, мне надо больше всего красных. Так, ну что, придется мне что-то делать, чтобы получить дополнительное вращение. Вот, не знаю, вот может хлопок высадить. Он сюда пригодится. Ну и коз покормлю. Так, значит, давайте я сразу покормлю коз. Вот, смотрите, как хорошо уже сколько у меня баллов. Я запущу коз только вот сюда, в одну дробилку, чтобы другие могли работать. Так, ну и давайте ж тогда покормим животных, посмотрим, что там за призы дадут. За этих осликов ничего не дали. Так, за лошадей посмотрим. Ну, тут, понятно, сразу сюда три дают. Что тут нам кролики? Топор тоже неплохо. Так, а что же здесь мне выпадет? В общем, мое самое нелюбимое. Ну, что уже делать? Так, я пока запущу, пусть работает самое быстрое. Дальше я проверю, что я смогу сделать еще. Так, ну что, будем тогда. Ну, как раз козье молоко сюда годится. Здесь, по-моему, у меня все. Да, все. С цветами тоже нормально. Так, а вот чай у меня, я знаю, разбирали. И посетители города брали чай. А вот. Я помню. А здесь, по-моему, получается, что все. Да, все. Интересно, здесь. Вот, не знаю, это я не помню, это ли в долине, или в городе у меня взяли. Вот кофе я точно знаю, что надо делать, потому что я даже помогала кому-то, кофе отдала. Посмотрим, что здесь. Здесь у меня, ага, видите, вот с грибами надо. Ну что, давайте я пока запущу вот все с грибами. Здесь, по-моему, все хорошо.
Так, быстренько побегусь. Ну да, здесь у меня... Да, все, что надо, есть. Вот здесь надо попроверять. Так, я пока ничего не делаю, потому что я не знаю, может, что-то придется. Ну, давайте одну шоколадку запущу. Ну, наделайте 12 часов, чтобы знали. Поэтому я только одну пока запустила. Так, ну... Вот. Ну, наверное, пусть пока я не потрачу, больше не буду пчел трогать. Так, ну, надо капитально заняться чем-то там в рыболовной зоне. Так, вот здесь что-то у меня простое. Странно. Ничего не делала. Ну, ладно, давайте хоть клубнику запущу. Так, а здесь у меня... Не, я же какой-то кофе тратила. Непонятно. Ну, а здесь, если вы видите, я уже все восстановила. Так, что с соками у меня? Порядок. Ну, я понимаю, что с тортами тоже у меня сейчас все хорошо. Я их запасы восстановила. Можно раздавать. Так, нет, давайте я проверю, значит, что мне надо. Я потратила кукурузный хлеб в качестве помощи. А видите, банановый ушел. Если честно, то мне надо, еще, видите, пиццу будет делать, но у меня сыра пока мало, наверное, я пока его не буду делать. Так, ну, значит, я пока не буду тратить хлопок, я его посею, ну, вы сами знаете для чего, да? Ну, а потом уже буду что-то делать. Давайте я тогда сделаю вот одно одеяло. Вот здесь я не помню. Ну, значит, тогда запущу вот. Пусть так пока работает. Ага, рыбный бургер. А что здесь? Ну, вот так вот вы все видите. По-моему, здесь ничего не потратила, запущу. Проверю. Так, пока здесь ничего не делаю. Масло 21, 22, сыра 8, здесь 9. Ну что, давайте пока быстро запущу, пусть работает. Значит, сейчас возьму молока еще. У меня для коз корм готовится, а здесь будет для коров. Надо будет потом не забыть добавить еще один корм. Ну, так вот вроде все сделала. Ну и тогда на сегодня я с вами прощаюсь.